Пятый iPhone, здесь две сим-карты есть, телевизор можно смотреть. А у вас тут все китайское, поддельное. Послушай, у меня настоящий есть. Так, кто сейчас на? Настоящий сотовый, только она симка. Какая поделка? Я его за 18 тысяч купил в Реутове. Пятый iPhone. Не какое-нибудь там вот поддельное. Здесь телевизора даже нет у вас. Есть телевизор? А, ну тогда хороший. Как-то с Ильей Огурцовым неудобно получилось с его медведем этим проклятым.